зрительном зале светящиеся счастьем детские глаза. Веселую сказку «Ох уж этот царь Горох» ребята приняли на ура. С 6 по 9 января артисты театра «Тан» проехали по школам района от Хасана до Барабаша. Сейчас вот благодаря Константину Богданенко мы выиграли грант у него. Мы так немножко так подросли. Сейчас у нас вот вообще стали тесные отношения. И вот он мне предложил съездить что-то до Нового года, съездить по Хасану. Это, думаю, сказка. Вообще без проблем. Тем более у меня молодежь, она на подъем у меня. И когда они узнали, что у нас по две сказки в день, все были сказочно рады. И пусть представление прошло не в театре, а в актовом зале школы, недостающий антураж и декорации актеры дополнили своей энергией и мастерством, а маленькие зрители – неподдельным восторгом. Нам очень понравилось. Вообще, прием великолепный. И дети... не избалованные, как во Владивостоке, вот этими всякими спектаклями, хотя я понимаю, что мы как бы не в полной мере, то есть у нас же есть огромные декорации, то есть там костюмы, свет, то есть которые дополняют весь спектакль, вот эти всякие дым, фокусы с Кощеем и все, превращение, но и все равно принимают просто радушно и хорошо. Новый год и Рождество – это семейные праздники, это семейные ценности, поэтому для маленьких жителей района и было придумано такое представление, где они вместе с родителями, разумеется, бесплатно могли посетить детскую сказку. На каникулах детский спектакль посмотрели около 700 маленьких жителей Хасанского района. И на каждом представлении актеры получали множество благодарных отзывов и, конечно, свою главную награду за творчество – аплодисменты зрителей. Нам понравилось то, что там было очень интересно весь. Мне очень понравилось, было весело. Мне понравился солдат, дочь и очень понравился царь Горох. Мне понравился Кощей, потому что он очень здорово изображал. Артистов театра «Тан» настолько вдохновил прием зрителей в Хасанском районе, что у них появилось желание вернуться еще не один раз. Сейчас в репертуаре этого творческого коллектива 12 взрослых и детских спектаклей. И, возможно, в этом году хасанские зрители смогут увидеть еще несколько постановок театра «Тан». Юлия Ульянова, Сергей Юрко. Новости «Славянки».